Котик мяу, привет! Ты что, спишь? Нет, нет, я просто медленно моргаю. Котик мяу, у нас же с тобой сегодня второе занятие по польскому языку. Как ты мог забыть? Я не забыл. Я очень сильно ждал, очень так ждал, что даже заснул. Ха-ха, так ты все-таки спал, котик мяу. Ну, немножко. Ладно, на первый раз я тебя прощаю. Но сегодняшний урок тебе не даст возможности заснуть, потому что он будет очень интересный. Вау, вау, а про что он будет? Сегодня, котик мяу, мы будем изучать игрушки. И ты узнаешь, как называть игрушки по-польски. Вау, я очень люблю играть в игрушки. У меня их так много. Ты просто не представляешь. Котик мяу, это здорово. Поэтому давай не будем затягивать и начнем урок. Ты готов? Да, да. Тогда приступаем к изучению урока. Итак, давай начнем изучать игрушки. И игрушки по-польски будут забавки. Забавки. Вау, какое необычное слово! Да. От слова «забавлять» – «забавляться», то есть тебе будет его очень просто запомнить – «забавки». Вау! И первая игрушка – это кукла. По-польски она будет «лялька». Лялька. Ух ты! Я, конечно, не играю с куклами, но я видел, как девочки играют. И им это очень нравится. Да, девочки просто не могут представить свою жизнь без кукол. Следующее слово – шарик. По-польски будет баллон. Баллон. Ух ты! Я особенно люблю гелевые шарики. Они так красиво летают. Да, котик мяу, все дети их любят. Следующее слово – это мяч. Мяч по-польски будет пилка. 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 Ой, я даже с первого раза это не выговорю. Ну, попробуй, потренируйся. У тебя все получится, я в тебя верю. Следующее слово – солдатик. Солдатик по-польски будет «зоунежик». Зоунежик. Солдатик. Зоунежик. Следующее слово – медвежонок. Знаешь, мягкие игрушки, которые дети так любят. Да, я люблю спать с мягким медвежонком. Да, котик мяу, я догадывался, что ты это любишь. И по-польски медвежонок будет миш. Миш. Ух ты! Теперь я буду знать, как называть его. Миш. Да, почти как мышь, только миш. Ты прав, котик мяу. Следующее слово это кубик. Кубик по-польски будет кубе. Кубе. Но у меня никогда не получалось складывать такой кубик. Да, котик мяу, этот кубик достаточно сложно сложить. Но занятие это очень увлекательное, и если посидеть и разобраться, то у тебя все получится. Это достаточно просто. Просто попробуй. Хорошо, я попробую. Хорошо, следующее слово это машина. Машина по-польски будет самоход. Самоход. Ух ты, это моя любимая игрушка. Машинки. Котик мяу, наверное, когда вырастешь, ты будешь водителем. Ой, даже не знаю, я хотел быть космонавтом. Ну, если не получится космонавтом, то ты всегда сможешь стать водителем, котик мяу. Ну, в принципе, да, машины я люблю. Хорошо, следующее слово флаг. Флаг по-польски будет флага. Флага. Следующее слово ведро. Ведро по-польски будет вядро. 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 Ух ты! Это круто! Я обычно люблю из песка делать такие замки такими ведрами. Это очень круто! Да, котик мяу, не могу с тобой не согласиться. Следующее слово клоун. Клоун по-польски будет паяцик. Паяцик. Ух ты, я люблю клоунов. Они такие смешные.
Да, котик мяу, а еще если его потрогать за нос, то он будет пищать. Вау, в следующий раз попробую, когда пойду в цирк. Да, обязательно попробуй. Они это очень любят, котик мяу, поэтому им понравится. Следующее слово – барабан. Барабан по-польски будет бэн-бэн. 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 Обычно, когда я играю барабаном, мама на меня кричит, что я играю очень громко. Ну, ты постарайся играть как-то днем, котик мяу, а не вечером, когда все, наверное, уже ложатся спать. Ну, можно попробовать и днем. Но вечером ведь интереснее. Да, согласен. Следующее слово – юла. Юла по-польски будет джига. Джига. Да, они обычно такие разноцветные. Я люблю его. Следующее слово – лопата. Лопата по-польски будет лопата. Лопата. Так это почти ничего и не меняется. Да, практически ничего не меняется, но ты должен первую букву говорить не как L, а как между L и V. И тогда получится лопата. Лопата. Ух ты, я попробую. Лопата. Да, точно. У тебя неплохо получается, котик мяу. Так скоро станешь настоящим знатоком польского языка. Ух ты! Следующее слово – конструктор. Конструктор по-польски будет забавки конструкційне. Забавки конструкційне. Забавки конструкційне. Я думаю, котик мяу, это слово тебе будет несложно выучить, так как слово забавки ты уже знаешь. Это игрушки, а конструкционное от слова конструировать. Поэтому слово достаточно простое, и ты сможешь его выучить без проблем. Ой, спасибо, теперь стало намного легче. И последнее слово на сегодня, которое мы выучим, это велосипед. Велосипед по-польски будет ровер. 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 Круто! Я, конечно, еще не умею кататься на двухколесном велосипеде, но на трехколесном у меня очень хорошо получается. Ну, котик мяу, на трехколесном тоже не каждый может кататься, так что ты большой молодец. Я знаю, мама тоже так говорит. Ну все, котик мяу, на этом наш урок закончен. Ух ты, он прошел так быстро, и мне даже захотелось после этого снова поиграться со своими игрушками. Ну, теперь ты будешь знать, как называть их по-польски, и прямо сейчас сможешь попрактиковаться, повспоминать, и параллельно будешь проводить очень интересное время. Да, ты прав, так и сделаю. Хорошо, я побежал. Хорошо, котик мяу, пока, давай, до следующего урока. Обязательно выучу эти слова, и встретимся на следующем уроке. Отлично, пока. Пока, котик мяу. До следующего урока.